носят ноги вдоль дороги. Два веселых колеса. Молодцы, как молодцы. Ответить на эти и другие вопросы на знание правил дорожного движения ученики смогли на празднике «Каникулы на старт». Он прошел в преддверии Международного дня защиты детей уже третий раз подряд. В нем принимают участие около 100 детей из 8 и 73 школ. В начале каникул им напоминают о правилах поведения за городом, ведь многие скоро уедут в гости к бабушкам и дедушкам, техники безопасности на воде и, конечно, дороги. Младшеклассники повторяют правила безопасности на дороге для всех участников дорожного движения. Это пешеход, пассажир и водитель. Детям напоминаем о том, как необходимо себя вести вблизи дороги, как пересекать проезжую часть. И особое внимание обращается на правила дорожного движения для велосипедистов, потому что это самое любимое транспортное средство детей младшего школьного возраста. Сотрудники ГАИ напоминают, что выезжать на велосипеде на проезжую часть можно только после достижения 14 лет. Стоит отметить, что в летний период число детских травм резко увеличивается. В большинстве случаев это связано с шалостями, ведь во время игры ребенок перестает воспринимать дорогу как место повышенной опасности. Именно дети, а не водители, становятся виновниками большинства ДТП. Для профилактики травматизма сотрудники ГАИ организовали 4 станции, где в игровой форме напомнили о главных правилах поведения на дороге. Мне понравилось, когда мы смотрели, что надо для дорожного пешехода, чтобы машины нас не сбили. Мне еще понравилось отгадывать сканборд. Также во время праздника дети смогли проверить свою спортивную подготовку. Было организовано несколько площадок, на которых старшеклассники отжимались, качали пресс, прыгали в длину. Это подготовка к выполнению нормативов ГТО. То есть, чтобы их сдать, это нужно иметь, каждый участник вот этих выполнений нормативов должен иметь свой номер индивидуальный и по определенной программе их выполнять. Здесь дети лишь могут проверить, насколько они готовы к выполнению нормативов ГТО. То есть это подготовка. Также впервые в рамках мероприятия «Каникулы на старт» прошел дружеский матч по волейболу между учениками школ номер 8 и 73. Организаторы надеются, что праздник станет отличным началом безопасного летнего отдыха. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».